Анна Шамбанелла, Дмитрий Соловьянов продолжают дарить вам правильное, хорошее настроение этим утром. И мы напоминаем тему эфира сегодня – каникулы в Сочи. Между прочим, город Сочи в своих песнях восхваляет многие известные исполнители. Да. Это и группа «Город 312», «Токио», «Игра слов», и, мне кажется, может продолжать. Аня, а вот мне лично по душе песня Сергея Трофимова «Город Сочи». Вот обожаю. Это хорошо, что тебе лично по душе. Я согласна, мне она тоже больше по душе. И, кстати, прямо сейчас мы ведь ее можем услышать, правильно? И не ты ее споешь. Что ж такое-то? У нас в гостях замечательный Сергей Сорокин, шоумен, радиоведущий. Сергей, привет. Привет. Ребята, привет. Доброе утро. Приятно здесь находиться. Очень приятная атмосфера. Вот, видишь, сразу видно, что он наш коллега, что он тоже шоумен. И я надеюсь, что мы поднимем настроение всем зрителям. Конечно. Это отлично. У нас есть ведь вопрос, тем не менее. Сереж, я знаю, я подписана, точнее, на тебя в Инстаграм. Я знаю, что ты часто бываешь, да, в разных странах, не только, да, в России. Ты вообще путешественник такой заядлый. В твоем списке есть город Сочи? Так. Есть ли галочка такая? Как ни странно, города Сочи пока в моем списке нет. Конечно, я бы хотел там побывать, потому стыдно, что... Стыдно, сейчас скажи честно. Стыдно. Очень стыдно, потому что я Олимпиада там прошла. И каждый год очень много мероприятий. Но я до сих пор до Сочи не доехал. Хотя очень хочется. Я был, конечно же, на Черном море, но вот в Сочи пока нет. На вкусненькое, видимо, оставляешь, да? Возможно. Может быть, жду, пока дочь подрастет, чтобы показать ей, чтобы она запомнила хорошенько и так далее. Потому что, ну, какая разница, там, Турция или еще какие-то страны, да, это все мимоходом как-то пролетает. Сочи хочется заострить. А Сочи хочется запомнить, потому что побольше, это все-таки побольше, в нашей стране. Но мы видим, что ты и гитару сегодня принес, да, и готовишься к Сочи серьезно, и песни будешь петь, видимо, там, потому что мы знаем, да, такое. Ну, моя подготовка действительно серьезная к каждому путешествию, да, что касается Сочи, то есть песня отличная у Сергея Трофимова, как вы уже сказали. Я ее немножечко на свой манер переиначил и попробую сейчас спеть. Но обещайте помогать. Будем, Сереж, будем. Хорошо. Поехали. Вот ведь как бывает в жизни подчас, наша встреча караулила нас. Я заметил твой смеющийся взгляд и влюбился, как пацан, в первый раз. А ты стоишь на берегу в синем платье, пейзажа краше не могу пожелать я. И распахнув свои шальные объятия, ласкает нас морской прибой, бой-бой. А впереди еще 3 дня и 3 ночи, и шашлычок под коньячок вкусно очень. И я готов расцеловать город Сочи за то, что свел меня с тобой. У тебя далеко дом и семья, и меня с курорта ждут сыновья. Только в этой бесшабашной любви между нами получилась ничья. А ты стоишь на берегу в синем платье, пейзажа краше не могу пожелать я. И распахнув свои шальные объятия, ласкает нас морской прибой, бой-бой. А впереди еще 3 дня и 3 ночи, и шашлычок под коньячок вкусно очень. И я готов расцеловать город Сочи за то, что свел меня с тобой. А сейчас осторожно, лирика. Так, давай. Мы расстанемся с тобой навсегда. Ой-ой-ой-ой. Нас затянут суетой города. Ох. Только изредка всплакнут 2 души. Что ж ты делаешь с нами? Как же счастливы мы были тогда. А ты стоишь на берегу в синем платье. Потихоньку. Пейзажа краше не могу пожелать я. И распахнув твои шальные объятия, ласкает нас морской прибой, бой-бой. А впереди еще 3 дня и 3 ночи. Выходных, правильно. И шашлычок под коньячок вкусно очень. И я готов расцеловать город Сочи за то, что свел меня с тобой. И я готов расцеловать город Сочи
за то, что свел меня с тобой. Ой, Серега. Подождите, это что же такое получается? Это все-таки выиграла вот та строчка, где курортный роман? Все правильно? Ребята, я очень хочу в Сочи, но очень не хочу изменять своей жене. Люблю, целую и дочь, и жену, и всю семью. И вас тоже. Спасибо огромное. Сергей Трофимов. Да, ты можешь привет прям передать. Да? Куда передавать? Туда. Вот сюда прям, да, дорогая моя супруга, дочь и вся семья, большой привет. Все будет нормально, если мы приедем в Сочи. Мы же вместе поедем. Верьте своему мужу и отцу. Ну, а тем более, посмотри, у него какая гитара, прям, мне кажется, рабочая. Она в таком состоянии, что еще, да. Да, если даже перееду в Сочи, точно не пропаду. Какие еще песни будешь петь? Ну, Лепса, наверное, там такой репертуар любят. Возможно. Я, если честно, Лепса не очень пою. Ну, в принципе, я и Трофима не очень пою, но справился же, я надеюсь. Получилось здорово, конечно. Вот так вот не очень сегодня у нас выступает. Пал шоумен и радиоведущий Сергей Сорокин, которому за настроение мы говорим прекрасное и огромное спасибо тебе. Приходи к нам обязательно еще в гости, мы тебя будем ждать обязательно. Доброго утра, отличного дня, сегодня ведь пятница. Да. Классных выходных, ребята, и вам в том числе. Спасибо. Вот спасибо, я ведь говорю, Сереж. Все-таки наш коллега. Сразу чувствуется свой человек. Сейчас у нас будет следующая рубрика «Любящая мама». Давайте посмотрим советы от таких, знаете, опытных мам. Что же можно делать с детьми и на выходных в том числе. Давайте.